С Алюкумом мы работаем давно. Просто-напросто давно. А давно – это несколько десятилетий. С Алюкумом сделали достаточно много станций. Не просто станции метрополитена, но мы еще сделали огромный комплекс под названием Внуково. Там как раз Алюком выступил достаточно интересно, мощно. И на самом деле не было бы работы дальнейшей, если бы где-то на каком-то объекте был какой-то провал. Не было проблем ни во время стройки, ни во время последующей эксплуатации. Поэтому всегда, когда мы произносим «Алюком», мы можем много-много плюсиков поставить после этого слова. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас никогда не бывает простых проектов. Это очень важно. Мы не берем стандартный элемент, не вешаем его на стандартную стеночку. У нас всегда достаточно сложные, затейливые отделки. И всегда сложно поставленную задачу «Алюком» выполняет прекрасно, блестяще. Один из показателей был оптимальное соотношение цены и качества материалов. Это очень важно. Поэтому по цене «Алюком» сразу выиграл. А то, что это будет всегда хорошо, имеется в виду в эксплуатации, тут мы этот вопрос даже не обсуждаем. Это всегда будет хорошо, поэтому на «Алюкоме» остановились. При «Союзе» есть клуб партнеров. И «Алюком» является одним из партнеров Союза московских архитекторов. Это очень важно. Это очень важно, это сразу определяет статус организации. Это показывает высочайший класс этой организации, потому как других в этот клуб мы не берем. Это уже моя рекомендация для всех архитекторов Москвы сотрудничать с этой компанией. Они никогда не подведут. А что касается метрогипротрассы, мы старых партнеров никогда не бросаем. Тем более, если они нас никогда не подвели, а они нас никогда не подвели. Старых партнеров мы никогда не бросаем, поэтому «Алюком» навсегда.